Das ist ganz gut. Вторая минута, гол. Да. Тот же на пятый. Thank you.
Домбровский. Седьмая минута. Меньше скажу, Карадов. Не на экономиста учился? Держись сразу, Юрчик! Сейчас! Юра, что ли? Один раз, скорее всего, ты пришел!
Отвечай! А почему не ты? Можно! Что за быть, Валя? Ты на чем разбери! Там же в интернете его слышишь? Если вообще, пацаны, вы просто Андрей скажи, что я. Какой себе, на двоечку. Ну спрашивают счет, я хоть озвучивать буду. Хорош, хорош. Сиди, сиди. Дай, 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 дай. Я напишу, чтобы запудили приложение. Или можете озвучить, что для того, чтобы смотреть, заходите в приложение. Так счет как бы. Давай, уже. Ну,
пішло. Я думав, що остався. Счет 9-2. Его можно посмотреть в нашем приложении. Заходите, ребята, смотрите. Извините, сегодня без табло. Молодец. Баскетболист. Специально создал руку. Он просто вратарь. Не-не-не. Будут, а будут как кто? Хорошо. Он с волейбол. За 3-4, а потом медленно начинаешь вверх. Если он у тебя на дне показывает. Ну, вот есть под тобой. Быстро, быстро. Было бы неплохо. У меня есть, но надо купить крону. Ты, как мой эхолот, что ты скажешь? Разобрался? Да? Силы! А что ты сделал? Юра! Понял. Это значит рыбы много. Он свою работу делает хорошо, а то уже, да,
потому что спасибо. Так, Женька, Женька Джексон просит отзыв. Напиши мне в Джексоне нашем. Он пускай читает, что эхолот одобряем. Не нагибаешься, понял? Не всовываешь вот эту вот. Я в ответ. Угу. Ты его прикрутил на какую-то лапку? Ну, на какую-то палку. Я тоже нет. Да. Напиши отзыв. Слушай, а там снег есть или дождь? Что там? Бо я в ангаре. 23. Так это... Пацаны, на воротах никого нема. Шерен бьє туди та йду. Ух ты, а ну сними. Интересно же Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.